Идет. Миша, вернись. Не хочет сидеть на своем стуле детском. Хочет плясать у мамы на голове, да, Миш? Куда пошел? На самом деле у нас так влажно. И вот эти вот вентиляторы, я не знаю, откуда они берут влагу. И от них становится еще более влажно. Но до нас не доходит. До меня практически вообще не доходит этот вентилятор. Мы специально так сели, чтобы оно не дуло. Но тут все равно жарко. Чтобы курили, вот людям открывают. А работает кондиционер, кстати, на 22. Видите, напольный. Нам принесли закуски, чтобы не остервенеть от голода. Хлеб свежеиспеченный, по-моему, они сами его пекут. Это йогурт, наверное, джаджик. Оливковое масло, наверное, с оливками острыми. Выбор обычно стандартный, примерно во всех кафешках. Пицца, паста, мясо, курица, салат. Простая еда, но вкусная. Много всего делается на... здесь можно... А, нет, здесь нет меню, я думала, здесь можно посмотреть. Многое делается на мангале. Очень любят здесь мангал. Это чикёфте, их раньше делали из сырого мяса. Теплом рук. Мясо вымешивали, грубо говоря. Но очень много людей заболевало после такой пищи, она острая. Ее запретили. И стали делать... их из-за булгура. Тоже теплом рук. Мелкодробленый булгур. Сейчас проверим, вымешивается. Остро или нет? Да, очень остро. Но я люблю, мне нравится. Снова хлеб и котлеты. Ну, если Мише сейчас дать потатес джипс, то есть картошку фри, то он уже ничего есть не будет. Я просто это знаю. Ну, папа у нас хороший полицейский, а я плохой. На двоих взяли. Эта сладость называется хавуч делимима. Кусочек морковки с мороженым из мараша. Мороженое из мараша, это, как правило, мороженое. Оно делается по другой технологии, оно другое, не такое, как наше. И из... кетчи. Это что у нас, барашек, да? Из козьего молока, наверное, да, правильно сказать. Всем привет. Не буду жаловаться на жару. Наверное, вы уже знаете, да, что в Турции аномальное лето, аномальная жара. Сегодня будет один из самых жарких дней. И, в общем, мы в аду. Мы на сковородке. Дома работают все существующие кондиционеры. Кстати, нам пришел счет за электричество около 2000 лир. Я ожидала больше, честно говоря. Если включить кондиционер на такое легкое дуновение, он не остудит квартиру, все равно жарко. Но надо сказать, что даже когда работает один кондиционер, все равно, если прийти с улицы, ты ощущаешь, что квартира намного-намного прохладнее. Так, я замученная, как видите, как есть, друзья, без марафетов. Хотя вчера у меня была укладка, ну, вы понимаете, да, что с такой влажностью никакая укладка не спасет положение. Вот, я решила особо не краситься и снять видео, как есть. Сегодня я выдворяла свою посылку. Мне моя старая подруга, у нее свой бизнес. Она продает очень красивые платья для фотосессии, не только. Чаще беременные в этом фотографируются. Ну, мне пришло время сделать себе фотосессию. У меня нет ни одной фотосессии такой глобальной. Да, я себя фоткала дома в красивой ночнушке. Было такое. Но как-то я вот плохой блогер, наверное, я не фанат вообще этих фотосессий. Вообще не люблю себя на экране. И меня так много на Ютубе, знаете... Открываешь YouTube и видишь вот свое лицо на этих превьюшках, и ты от себя устаешь. Поэтому я фотосессии не особо люблю, но в таком красивом платье просто грех не сфотографироваться. Но произошла такая ситуация. Мне вообще часто присылают посылки из-за границы.
и косметику присылали, и конфеты присылали, и шоколадки присылали. Но в этот раз что-то пошло не так. Ну вот не с той ноги стал таможенник, что-то там не понравилось. Да, там была косметика тоже в том числе. И, в общем, посылка моя попала в таможенное управление. Ну, это громко сказано, таможенное управление, это просто центральная почта. А Даны куда я должна была приехать. И часть косметики, почему-то часть косметики у меня изъяли, часть косметики я забрала. В общем, не то чтобы это было утомительно, знаете, когда ты привыкаешь, что тебе все приносят домой, а куда-то ехать, кому-то что-то доказывать. И вот он меня успокаивал, этот мужчина, он говорил, это не мой выбор, это не я у вас ее забираю, это... Так начальство распорядилось, там где-то в Стамбуле или я не знаю где. В общем, неважно. Давайте я просто вам вкратце покажу хотя бы, что мне пришло. Я вот забрала эту посылку без карго-пакета. Вот в таком вот оригинальном пакете. Вот так называется магазин. Магазин локализуется в Австралии, как вы видите. Мы вообще часто развлекаемся посылками. Я обожаю посылки. Для меня посылки, это, знаете, как детство, Новый год. Вот хочешь почувствовать себя ребенком, закажи что-нибудь из-за границы. И чем сложнее она тебе достается, тем почему-то интереснее ее открывать. Не знаю, с чем это связано. Наверное, какие-то там области мозга задействуются. Мы вот так вот балуемся, присылаем друг другу вот такие вот пробники духов. То, что, например, нравится ей, она хотела бы, чтобы я это послушала. Например, не существует у нас в Адане такого пробника. У нас есть Бойнер, есть Сефора, но там не все представлено, конечно же. Я не знаю, что и что, надо сейчас разложить их отдельно в разные концы комнаты, и чтобы они друг от друга отдохнули. Вот потом позвоню, спрошу, что там было. Один всегда доминирует, я замечаю, какой-то один запах всегда перебивает остальные. Так, открытка. Я люблю такие вещи, это очень важно, мне кажется. Такой антураж, да, это часто не хранится, но я такое использую для закладок в книжку. Хочется в книжку красивых закладок, поэтому я использую подобные открытки. Это часто является просто, ну, грубо говоря, не экологично, да, но вот как-то без этого по-другому совершенно воспринимается все. Давайте я открою, наверное, да, разверну это платье, мне просто... Хочется, чтобы посылки вылежались. Ой, кстати, что-то тут такое еще. А, еще какой-то пробник. Да, еще какой-то пробник. Пахнет флёр наркотик. Вот так вот все это приходит. Такой стиль, бежевый, натуральный, льняной. Но это не лен, это хлопок. Очень красиво. Очень красиво все оформлено. Давайте все-таки с вами сейчас его быстренько посмотрим. Я мерить, наверное, не буду. Я, скорее всего, поеду на море и сфотографируюсь там, если получится. Но я уверена, что получится, потому что это нужно сделать. Так, разворачиваем. Очень-очень что-то добротное и красивое. Вот так вот я сушу, кстати, многие вещи, потому что они обретают ту текстуру, которая мне нужна. Все пахнет, все пропахло нашими пробниками. Очень красивая вещь, смотрите, сейчас покажу вам. Много ткани. Это такой богемный халат. Богемный халат. Его даже можно потом использовать как пляжный халат. Да, как пляжный халат. Мне нужно будет, наверное, надеть бежевое белье. Бежевое белье. Цветной купальник сюда точно не подойдет. Супер. Просто супер. Такие большие рукава. Размашистые. Позже обязательно покажу, как оно смотрится на мне. Что там еще внутри? Подарки для маленького. Я, наверное, не буду показывать все. Все такое милое. Вы знаете, я соскучилась по маленьким. Покажу. Часть покажу. Соскучилась я очень по маленьким. Никогда не думала, что я это скажу. Но
От многих такое слышу, что почему ты не успеваешь насладиться вот этим вот сладким временем, куда они такие маленькие-маленькие. Мика еще сладкий, но знаете, я как будто бы вот мне кажется, что могла бы больше насладиться этим, меньше стрессовать. Ну, понятно, первый ребенок, там многого не знаешь, что ты там пытаешься все полы мыть, вместо того, чтобы кайфовать и лежать, да. Было такое у меня, тоже прошло, но вот как будто бы не насладилась до конца, но вот хочется еще раз насладиться этим. Смотрите, какая прелесть. Я уже не помню Мику таким маленьким, честно. Но это, кстати, не такой уж и маленький, да, это 3-6 месяцев. Слипик это, да? Я путаю годик слипик. Очень удобно, что здесь можно не надевать перчатки и просто так вот раз и ручку убрать, чтобы они не царапали. Маленькие царапают себя. И то же самое, я так понимаю, с ножками, чтобы не надевать носочки, которые бесконечно сваливаются. Можно вот так вот убрать ножки. А можно не убирать ножки. Очень классно, мой любимый цвет. Тут много таких слипиков. Я, наверное, не буду все доставать. Они все очень милые, очень красивые. Так, покажу. Вот подобные еще есть. Смотрите. Ну вот это да, это уже по тоже 3-6 месяцев. Тоже прелесть, вот с такими ножками. Но они почему-то вот из костюмчиков с такими ножками они быстро вырастают. И все так, так вкусно пахнет. Так, что у нас еще там? Это, наверное, мне подарки. Я, конечно же, все посмотрела, но я посмотрела мельком. Не так, не подробно. Пакетик. Все мы в душе дети. Мне, знаете, приспичило помаду. Приспичило помаду и хотелось такой бронзовый влажный макияж. И вот мою мечту исполнили. Maybelline, по-моему, в Турции или в Дании я не нашла такого цвета. 205 Nearly There крем. Она, я бы вообще назвала эту помаду, я попробовала ее уже, да, она вот как блеск. Просто такой слегка бронзовый, не из 90-х, а вот, ну, пахнет помада Maybelline. Я Maybelline люблю помады, хорошие у них помады. Здесь еще есть Physicians Formula румяна. Очень красивые, кстати. Хваленая тушь Essence. Очень ее многие хвалят. Туши у меня много. Кремовый румяна Клиник и Лакюра. Я такую фирму не знаю. Я, честно говоря, кремовыми румянами пользоваться не умею. Но буду учиться. Тут всякие пробники, хайлайтеры, подводка, еще один хайлайтер. Ну, хайлайтер, тени, как угодно. Очень удобно, наверное, брать в дорогу. Вот возьму с собой в дорогу. И возьму подводку, и возьму румяна. И тут еще косыночка, смотрите, какая милая. Косыночка. Давайте ее раскроем вместе с вами. Тоже Боха косыночка вязаная. Можно, наверное, применить ее для фотосессии. Не знаю, пойдет мне или нет, честно говоря. Можно попробовать. Не знаю, мне кажется, в принципе, неплохо. Наверное, неплохо, да? Нужно просто приноровиться ее как-то завязывать. Я так слегка сейчас. А если достать челку, интересно, как будет, лучше или нет. Очень красивая косыночка. Я вообще с головными уборами не дружу. У меня это со школы. Со школы такая история, какая-то нелюбовь к шапкам. Но с ними нужно подружиться, с головными уборами. И найти просто те, которые тебе подходят. Но косыночка красивая. Косыночка очень красивая. Кто вяжет, тот запросто сможет такую сделать, я думаю. Очень аккуратно сделано. Ну, нет, наверное, на шею. Ну, вряд ли, наверное. Но на голову отлично будет. Все, вроде бы на этом все. Все, что я хотела вам показать, просто хотела поделиться с вами небольшой радостью. И поделиться тем, как я сегодня доставала эту посылку
Не пойми откуда. Ну, слава богу, далеко ехать не пришлось, тут у нас рядом все это. Но часть у меня конфисковали, я же самое главное не сказала, часть косметики у меня забрали. Он сказал, выберите три наименования и три оставьте. Ну вот, я что-то там оставила, я говорю, ну вы хоть используйте это, хоть мусор-то не выбрасывайте, просто жалко, что если это в мусор пойдет. Вот такая вот история, друзья, первый раз в жизни у меня такое.